Публичный дом, замаскированный под отель. В Мелитополе полицейские накрыли бордель. В момент обыска там находились 20 девушек. Организатором незаконного бизнеса оказался гражданин Украины, выходец из Средней Азии. Вместе с сообщниками мужчина отправлял девушек для оказания интимных услуг за рубеж. Оттуда группировка получала основной доход. Если подтвердится факт торговли людьми, мужчине с пособниками грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с пособниками он привлек к работе в сексуальной индустрии большое количество девушек в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые из девушек являются необеспеченными переселенками с территории Восточной Украины. Девушки оказывали услуги сексуального характера как на территории региона, так и за пределами Украины.